Есть уже создана рабочая группа. Я вот сейчас слово предоставлю непосредственно Ирине Анатольевне Филатовой, нашему депутату в Госдуме, которая является членом, как я уже говорил, этой рабочей группы, непосредственно работает. И хотелось бы, чтобы вы со своей стороны какие-то предложения сделали, если не полностью, скажем так, отменить этот закон, законопроект отклонить. Но, тем не менее, какие-то свои поправки мы смогли в него внести. Да, слово Ирине Анатольевне. Спасибо. Давайте поприветствуем Ирину Анатольевну. Уважаемые товарищи, этот законопроект наша партия относит к категории принципиальных проблемных вопросов, которые существенно меняют государственное устройство в нашей стране. Как многие непопулярные законы, они гонятся, этот законопроект гонится в очень быстром темпе, в очень-очень быстром темпе. При этом он предполагает сейчас, вот у нас на прошлой неделе он был принят в первом чтении, у нас была, скажем так, настоящая война в Государственной Думе, у нас прям очень были активные и бурные обсуждения, но, к сожалению, регламент Думы ограничивает обсуждение этого процесса тремя вопросами от представителей партии. То есть у нас сейчас уже на сегодняшний день несколько десятков листов подготовлено поправок только от нашей партии. Естественно, на первом слушании ничего толком мы обсудить не смогли. И вот между первым и вторым у нас есть месяц на публичные слушания, и закон, как и о QR-кодах, ушел в регион. То есть если с QR-кодами мы как-то там более-менее, по крайней мере, сейчас справились, сейчас у нас остается только принудительная вакцинация, ну не только, по крайней мере, на этом этапе, принудительная вакцинация подростков, детей. То есть сейчас это у нас тоже очередной этап борьбы. Но вот этот закон наша партия воспринимает просто чистую угрозу демократическим основам нашего государства. То есть красивая формулировка о публичной власти, она была включена в Конституцию Российской Федерации путем неконституционного голосования, потому что все, ну я думаю, что уже многие знают, что изменения в Конституцию вносятся через референдум, потому что принималась она референдумом. А вы помните, да, 19-й год, разгар пандемии, большая смертность, самая тяжелая ситуация. Вдруг все выздоровели, ситуация стабилизировалась ровно на 3 дня, чтобы людей загнать на избирательные участки. Кто-то за что-то проголосовал, люди совершенно не понимая, за что они там голосуют. Кто-то пришел, кто-то не пришел. То есть совершенно непонятная была схема отработана в этом смысле. Но тем не менее в нашей Конституции появилась фраза про публичную власть. И этот закон, законопроект сейчас, это как раз вот в развитии давно задуманной программы. Что это значит на практике? Предполагается укрупнение муниципальных образований на основе не территориального принципа, а на основе численности населения. То есть привязка идет, будет идти к численности населения. То есть если раньше у нас есть до сих пор есть еще сельсоветы, в отдаленных населенных пунктах там решаются вопросы текущей жизнедеятельности, жизнеобеспечения пунктов небольших, то по этому законопроекту в соответствии с пропорцией по численности будет происходить практически уничтожение муниципальных образований. Сейчас в России 23 323 муниципальных образования. Из них 19 072 сельские. То есть больше, чем 80%. Если эта реформа будет приведена в действие, останется 1733 муниципальных образования. Они будут называться муниципальные округа, городские округа, там еще есть варианты. Ну, то есть представьте, в 12-13 тысяч, 12-13 раз сокращается количество органов местного самоуправления. Людям это ведь не объясняют. Вот сейчас у нас в Чувашии проходят публичные слушания. Да? Я думаю, что каждый из вас, он, может быть, уже слышал об этом, и Александр Михайлович, я думаю, расскажет. Кто-то участвовал. Да, кто-то уже участвовал в всем позорном действии. Люди совершенно не понимают, что происходит. По всем средствам массовой информации, как обычно нам рассказывают, что на нас снизойдет просто все блага цивилизации, что все будет вообще прекрасно, что то, что у нас уничтожают двухуровневую систему местного самоуправления, будет она горизонтальная, одноуровневая. В эти подробности никто не вдается. Но в этом есть еще очень много нюансов, о которых нужно говорить и о которых нужно объяснять. В первую очередь,
отдаленные населенные пункты, которых, в принципе, на территории России, сами понимаете, довольно много, они практически остаются отрезанными от власти, от муниципальной власти, полностью отрезанными. Потому что не достучаться, не дозвониться, и если там до какого-то центра муниципального образования будет 30-50 километров, вы сами представляете, как это будет выглядеть. То есть схема принятия решений совершенно непонятна, как это будет. Вновь избранные депутаты по новой системе не обязаны, у них нет прямого обязательства общаться с населением и быть им подотчетными. Прямого обязательства такого нет. Это пока что вот в формулировке законопроекта очень гладко, очень округло. Они обходят эти острые углы, но тем не менее. То есть если сейчас мы можем собираться, что-то обсуждать, у нас есть поселковые эти вот наши советы, мы можем чего-то просить, депутаты обязаны. Там нет. Там такая система полностью уничтожена. Уничтоженные, сокращенные муниципальные образования лишаются своих бюджетов полностью. Они передаются в центр муниципального округа. Они лишаются муниципальных своих бюджетов, даже своих небольших, там какие-то на текущие вопросы. И плюс муниципальной собственности они лишаются тоже. Это переводится на баланс вышестоящей организации. Ну и одна из таких главных проблем, из-за чего вот это все было затеяно. Депутаты муниципальных образований будут избираться путем прямых выборов. То есть сейчас мы будем бороться за то, чтобы это происходило не по одномандатным округам. Есть такой риск, и это будет, конечно, катастрофа, 100%. Но самая большая проблема – это главы этих муниципальных образований. Закон предусматривает возможность прямых выборов, либо назначение избрания из числа действующих депутатов представительного органа муниципального вот этого вот округа. По состоянию на сегодняшний день только 13% глав муниципальных образований избирается прямыми выборами. Все остальные назначаются. То есть в этой системе, в этой конструкции можно быть абсолютно уверенным, что все главы будут назначаться из числа действующих депутатов. А вот здесь самое прекрасное. Если глава муниципального образования назначается или избирается из числа депутатов или из числа предложенных кандидатур главой, то этот же глава муниципального образования возглавляет местную администрацию свою. То есть он совмещает как исполнительный орган две должности. И он подотчетен напрямую главе региона. У нас происходит полная, абсолютная централизация власти. Абсолютная. Система местного самоуправления таким образом встраивается в систему государственной власти. Что значит публичная власть, мне вообще непонятно, что это за слово такое. Но можно быть, в принципе, со 100% практически вероятностью уверенным быть, что все главы будут отчитываться, и они обязаны отчитываться только главе региона. При этом у главы региона полномочия есть любые абсолютно. Он имеет право отстранить от должности, снять, уволить, там, как угодно это можно назвать. И для этого ему не нужно особых оснований. В законе предусмотрены тоже округлые формулировки, что нужно сделать для того, чтобы он имел право отстранить, а в принципе ничего особенного не нужно. То есть если глава муниципального образования или депутат что-то делает не так, ему можно, например, вынести предупреждение или замечание. В течение месяца, если он не устраняет причины вот этих вот обстоятельств, его можно убирать. Вот и все. Вот и вся система местного самоуправления, все, что они хотят сделать. Вот я взяла с собой пояснительную записку к проекту этого федерального закона, которая в открытом доступе, в пакете документов, вместе с текстом законопроекта предоставлена. Пункт 9. Пояснительная записка – это закон Крашенинникова, это его комитет о государственном строительстве, то есть это их документ. И они объясняют в пояснительной записке значение этого закона. Глава муниципального образования избирается на муниципальных выборах либо представительным органом муниципального образования. Избрание представительным органом осуществляется из своего состава либо из числа кандидатов, представленных высшим должностным лицом субъекта федерации, то есть главой. Новелла обеспечивает возможность участия органов государственной власти в формировании органов местного самоуправления. Что это вообще?
при чем здесь государственная власть и органы местного самоуправления, они вот, ну сами пишут, в принципе. Глава муниципального образования, избранный представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных высшим должностным лицом субъекта, всегда возглавляет местную администрацию. Совмещение должностей, полный контроль, полный контроль. Все районы, все муниципальные образования будут полностью контролироваться главой. То есть, что там будет с решением вопросов, что там будет с доступностью государственных муниципальных услуг, как там люди будут выбивать свои деньги, чтобы дорогу отсыпать, я вообще не представляю. Ну, это вкратце получается, ну, вкратце, там очень много моментов, безусловно, там я не смогу там эти 50 листов вам изложить сейчас наших поправок. Мы будем перерабатывать законопроект полностью, но видите, проблема-то в том, что сейчас происходит в регионах. В большинстве регионов России тишь гладь. Никто эту тему не трогает, потому что переходный период до 28 года, видимо, не торопится. И, ну, в принципе, правильно делают, куда тут торопиться. Но Чувашия у нас флаг. Я не знаю, по какой причине наш господин Николаев так эту систему торпедирует, зачем он это делает. Но вот здесь сплошь и рядом подряд, чуть ли не каждый день, проходят публичные слушания. Кто-то голосует за, кто-то голосует против. Вы уже слышали, ну, Александр Михайлович расскажет, что уже были прецеденты переголосования повторного голосования, когда сначала депутаты проголосовали против законопроекта, а потом, сами знаете, какими способами это достигается, путем давления, звонков, всего остального. В общем, проголосовали за. А вот 3 дня назад, да, мы съездили с Александром Михайловичем на публичные слушания в Маргауше, в Москокосы. Прекрасное мероприятие было. Нам полтора часа не давали слова, но вот дорогой коллега, боец, смог пробиться к микрофону. Ну, я не стала этого делать, в общем-то, просто потому, что и так люди проголосовали против. Так, вкратце о нашем новом законопроекте.